Девчонки, всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Наташа, и в этом видео я вам хочу показать мой первый заказик от компании Mary Kay. Мне его сегодня доставил курьер. Это две коробки. И посмотрите, что там в них лежит. Сейчас вам покажу, как это все выглядит, а потом мы все это рассмотрим с вами поближе. Вот так все аккуратненько упаковано, а вот здесь вообще все очень красиво и мимимишно. И давайте будем уже рассматривать поподробнее, что же мне пришло, что по заказу, что является набором для нового консультанта компании Mary Kay. Поэтому давайте будем уже все рассматривать. Первая коробка полностью состоит из набора для нового консультанта. И вы уже посмотрели, как это выглядит. Во-первых, смотрите, коробки, на которых написано Mary Kay. Вот такие вот сердечки. Скотч это тоже все. Такое, видите, брендированное, очень красиво. И вот такое вот все миу-миу. И давайте будем рассматривать. Приветственная открытка. Вот такая вот мне пришла. Добро пожаловать в мир Mary Kay. Видите, как интересно. С уважением, Алла Соколова, генеральный директор Mary Kay Россия. И, в общем-то, вот такое вот поздравление. Очень красиво. Под тематику вообще этой комнаты очень подходит, конечно, Mary Kay. Да. Ну, я вообще, вот сколько получала всяких разных посылок, конечно, оформлением я довольна. Скажу сразу, все пришло аккуратно, все коробочки аккуратненькие, целенькие, классненькие. И давайте смотреть, из чего уже состоит классный набор. Смотрите, пришло Time Wise, очищающее средство, 3 в одном. Все видите в таких коробках. Ох, не открыть. Ну, в общем, вот такое очищающее средство Time Wise. Из этой же серии Time Wise это у нас уже крем для лица. Вот, видите, какой вообще. Следующие продукты это у нас CC-крем с SPF 15. Тоже классно, да? Какой уже начинает не помещаться в руке. Следующий продукт это тушь. Так, и следующее, что я вижу, это губная помада. И вот такой вот наборчик уже тут у меня в руках собрался. Дальше, что будем уже дальше смотреть. Поднимаем всю вот эту вот красивущую мишуру. И что я вижу? Смотрите, смотрите, смотрите. Вот в таком вот пакете, на котором написано «С любовью, Mary Kay», прям все брендировано. Интересно. Открываю. Здесь у нас книга, да? Mary Kay Эш написала «Мечты сбываются». Следующее, что у нас тут, действующие каталоги. И, в общем, много-много всего интересного. В общем, все для работы, то, что нужно для консультантов. А продукции, ну, в общем-то, все вот в такой вот папочке. В общем-то, ой, что-то еще на... Не знаю, хочу вам, наверное, все показать. Смотрите, мастер-класс, папка такая, типа папки фолдера. Как мастер-классы проводить. Вот, в общем, все, что для работы. Такие штучки. Вот такой вот журнал «Старт». Клево, клево, клево. Что еще тут интересного? И, как я понимаю, вот такое вот руководство по продукции. Да-да-да. Все правильно, чтобы все знать, характеристики, из чего состоит. Ну, классно. А продукции, чтобы все знать. Так, и что еще мне из литературы пришло? Так, договор, само собой, как нового консультанта. И вот такой вот журнал «Аплодисменты». Я вам под этим видео напишу свою
ну не ссылку, а свой номер консультанта и группу. Если вы захотите тоже зарегистрироваться и вот делать вот такие, получать заказы, вы сможете указать мой номер консультанта, мой номер группы, и вы зарегистрируетесь под меня в мою группу. Мы будем с вами уже общаться по поводу Мэри Кей. Так, ну дальше, давайте будем смотреть. Дальше, что следующее? Смотрите, что пришло. Два вот таких вот зеркала с подробной инструкцией, как вообще они собираются, как компактно хранятся. Следующее, что пришло, это вот такие вот штучки для проведения мастер-классов. Так, следующее. Кисточки для туши. Ох ты! Значок Мэри Кей. Этот значок подчеркивает ваш профессионализм и статус независимого консультанта по красоте Мэри Кей. Это ваш первый шаг на пути построения успешной карьеры. Вот на такой вот закрывашечке значок Мэри Кей. Симпатичный, смотрите. Симпатичный. Следующее. Смотрите, что пришло. Сумка. Давайте посмотрим. Пошуршим. Вот такая вот сумка со значком, да, Мэри Кей. Внутри она светлая, светло-серая, кармашки с вот этой вот стороны. Ручка. Вот такое вот дно у нее. Вот такая сумка консультанта Мэри Кей сейчас приходит в стартовом наборе. Это все мы с вами вот как раз-таки рассмотрели. Да, вроде как все, подождите, что-то еще тут. А, и кисточки для помады. Все мы с вами рассмотрели, это все в первой коробке, и это все набор нового консультанта. И давайте посмотрим уже, уберем, и посмотрим следующую коробку, и посмотрим, что же там у меня в заказе. Так, что у меня в заказе? Парфюмчик. Вот такой вот... бы его открыть. И это вот такой вот парфюм. Смотрите, как все лежит. Парфюм Виш. Очень вкусный аромат у этого парфюма. Я даже не знаю, как это. Вот. Настолько, с другой стороны открывается, настолько запечатано. Смотрите, какой красивый парфюм. Парфюм очень красивый, аромат просто вообще потрясающий. Вот очень мне понравился этот аромат. Настолько нежный, настолько такой изысканный. Он, конечно, не сильно стойкий, но он прям на лето такой, в жаркое время. Он такой воздушный, он такой фантазийный. Вот прям классный аромат, очень мне понравился. И в моей коллекции ароматов нет ничего такого на него похожего. Очень красивый аромат. Следующий аромат, который есть в моем заказе, и вот это аромат Cityscape женский. Я этот аромат уже слушала давным-давно, и он мне очень давно понравился. И что я его так и не купила все это время, но этот аромат настолько классный вообще. Смотрите, какой аромат. Во-первых, очень интересный дизайн. Парфюм настолько современный. Он такой, знаете, для офиса очень хорошо, для работы. Он такой модный. Он не будет раздражать, если вы в большом количестве людей находитесь. Он такой, знаете, очень-очень вкусный. И он заключен, видите, в такие вот металлические грани. И он, здесь стекло, а здесь пластик. Крышка вот такая вот, смотрите, как открывается. Очень вкусный тоже аромат. Мне очень понравился. И я вот его заказала. Так,
Следующее, что интересного есть у меня в заказе, я даже не подскажу. Вы знаете, это тоже средство, которое приходит в подарок новым консультантам. И это средство для снятия макияжа с глаз. Так что это не все еще подарки, которые приходят новому консультанту. Так, следующее, что смотрим в заказе у меня здесь, это вот такой вот филлер для уменьшения глубины морщинок, заполнения каких-либо там складочек. Вот такого, знаете, как бы нанесения именно там, где нужно. Также его он наносится под крем. Его можно мешать с каким-либо кремом для век или для лица. Такой интересный, да, он такой дизайн у него, смотрите, какой. Прям, в общем-то, вот так вот. Очень все интересно рассматривать. Новая продукция для меня просто. И мне, во-первых, все нравится. Так, следующее, что же это такое? 18 грамм. Так, ну это тоже для нового консультанта. Значит, в той коробке было все. А, это крем для век. Смотрите, какой крем для век. Класс вообще, слушайте. Крем для век. Все это мне производитель Америка. Ой, вообще супер, супер, супер. Сколько всего интересного. Давайте будем рассматривать, что еще классного пришло. Сейчас вам покажу тени. Тени. Смотрите, как пришли тени, чтобы они не травмировались. И тени выглядят вот в такой вот упаковке. Цвет нефритовый. Так. И вот такие вот тени. Цвет нефритовый. Четверочка. Очень красивые. Их можно перекладывать в дополнительные футляры, которые продаются. Так. Вот так. Более этот розовый. Зелень. Такой вот цвет. Как вот он и есть, вам передается, да, такой же и темно такой, больше в синеву, в бирюзу, в темную бирюзу уходящий, очень красивый нефритовый оттенок, красивый, да. Так, следующее, это очень шикарный, девчонки, набор, тот знает, это вот такой вот набор. И это вот такая вот серия по уходу за руками. Это прям спа-салон дома. Просто шикарный вообще. Вот на мастер-классе я пробовала его. Прям супер. Ручки становятся шелковистые, ухоженные, такие нежные. Прям восхитительные. И здесь получается у нас... сначала наносится какое-то первое средство из тюбика, обрабатываем ручки, потом наносится скрабик, все это смывается, когда все это потек, потом крем для рук, и там еще он вот в такой вот сумочке, которая с ручками, а вот. Так что мы с вами все рассмотрели, все классные штучки в моем заказике. Я сейчас все это прям подробненько посмотрю. Вот, очень много всего интересного, так что буду пробовать, рассматривать то, что у меня по заказам. Я, конечно же, все раздам девчонкам. Вот, ознакомлюсь с новой продукцией, почитаю, посмотрю. Мне это очень-очень все интересно. Прям вообще, ну вот это прям произведение искусства. Прям вообще очень красиво. Ну вот каждый флакон, да, по-своему, прям вообще красавчики. А, какие ароматы. А вы знаете, что можно наносить на себя одновременно 3 аромата? И это определенные точки, определенные места на теле, и они будут звучать очень интересно. И, кстати, ароматы в компании Mary Kay, они очень хорошо сочетаются друг с другом, и вот как раз-таки ароматы от Mary Kay можно наносить 3 аромата одновременно, и они будут сочетаться, они будут дополнять друг друга, и будут звучать как новая композиция из ароматов. Вот, так что если вам, как и мне, понравилось вот это все, пишите мне, девчонки, в соцсетях, я вам расскажу и помогу, как вам зарегистрироваться
сделать и получить вот такой же заказ с массой классных подарков вообще от компании, новым консультантам. И вообще очень много для консультантов существует всяких разных акций и предложений. Но это так, если кто не знал. Ну что, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Я вас обнимаю очень крепко, целую, и всем вам пока-пока!